Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, и я сегодня мы снова вяжем простейшие носки. Вот такие вот носки мы вяжем лицевыми петлями. Для них мне понадобится, вот один я связала, и судя по тому, что я вижу, где-то 70 граммов пряжа. Вот это Yarnart Baby Color, писано на русском языке, представляете, продается в Чехии. 50 граммов 150 метров, 100 граммов, то это 300 метров в 100 граммах метраж. Это ориентировочно. И спицы 3 миллиметра. Два маркера потом мне будет нужно. Вязать мы будем лицевыми петлями. 50 петель. Откуда взялось? Меряем ножку свою. Меряем вместе, вот в самом узком месте. Это и будет наша величина, которую мы вот набираем. У меня это 50 петель и 10, то есть 20 сантиметров готовое полотно. Я думаю, не нужно показывать, как я набираю петли, как я их вяжу лицевой гладью. Вот оно мое вязание, видите, 20 сантиметров. Потом оно, почему самая узкая часть, вот эта щиколотка, самую узкую часть меряете, потому что потом на верхнюю часть оно натянется и будет держаться очень красиво. Вот платочная вязка очень такая податливая, поэтому она хорошо примет форму. В высоту я провязала 13 сантиметров. Теперь мы будем вязать обычную нашу пятку, но только вот здесь вот в середине. Каким же образом надо разделить наши петли на равные, вернее, на нужные нам части? Вот наше все полотно, да, и нам нужно его разделить на 4 равные части. Вернее, на 4 нам нужно разделить на 3. Вот это центральная, из которых будет 2 четверти. И по краям 1 четверть, 1 четверть. 50 я делю на 4, равно 12. Но и 2 петли у нас остается. Да? Значит, 2 четверти из 12 у меня получается 24. А 1 четверть у меня будет 12 плюс 1 отсюда. То есть 13 петель и 13 петель. И в сумме получается 50. То есть вы оставшиеся петли, если у вас число петель не делится на 4, вы просто их распределяете. Если это 2, то вот по бокам. Если это 3, то по одной петле. Если это 1, то ее просто в центр переместите, и все. Распределяем таким вот образом. То есть теперь я вяжу 13 петель, включая кромочную. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Помещаю сюда маркер. Далее вяжу центральные 24. 1, 2. Два, 23, 24. Одеваем второй маркер, вернее, сюда мы его одеваем, поворачиваемся и вяжем только вот эти вот центральные 24 петли. То есть пятку нашу, обычную классическую пятку, продолжаем вязать вот эти вот петли. Так, вот смотрите, девчонки, провязала я наверх. По сути, эти маркеры здесь и не были нужны, но это я просто, чтобы для разделения. Вот это полотно, которое я провязала наверх. Сколько же мы вяжем в высоту? Здесь у меня 24 петли. Теперь я делю на 3. Делим на 3, получается 8. То есть вот эту часть нам нужно разделить на 3 части, на 3 равные. Опять же, то же самое, что и здесь. Ну, но здесь на 3 равные. 1 третья, 1 третья, 1 третья. Вязать мы будем вот эту вот часть, а из этой забирать по одной петле. Это я рассказываю для новичков, девчонки, не пугайтесь. Если у вас здесь в остатке остается 1 или 2 петли, то если 1, вы ее добавляете к средней части, если 2, распределяете по боковым частям. У меня 1 треть, 8 петель. Исходя из этого числа, я вяжу высоту. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть я вяжу 16 рядов. 8 умножить на 2,
16. Это высота пятки. Теперь далее я распределяю на 3 части по 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одела маркер. Не обязательно. Так, теперь средние 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И восьмую и девятую провязываем вместе. Поворачиваемся. Здесь осталось у нас 7 петель. То есть боковые петли будут уменьшаться. Снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Восьмую и девятую провязываю вместе. Поворачиваем. И так далее. Мы вяжем средние 8 петель, при этом восьмую и девятую провязываем вместе. Пока боковые петли у нас не исчезнут. Вот эти вот. Видите, осталось у меня 8 центральных петель. Теперь нам нужно восстановить вот эти боковушки. То вот эта вот цифра у нас везде играет роль. Так, для этого я вот эту ниточку передвигаю сюда, зажимаю и вытаскиваю из кромочных по одной петле. При этом эту нить мы один раз поднимаем, а один раз опускаем, для того, чтобы она у нас была как бы ввязана в работу. 3. 4 5 6 7 8. Вяжем вот эти вот 8 петель. И теперь из этой стороны тоже вытягиваем 5 петель. Из этих кромочных. 1 2 4 5 6 7 8. И вяжем ряд до конца. Мы восстановили все петли, при этом вывязали пятку. Теперь мы далее, сейчас я вам все покажу, далее будем продолжать снова вязать 50 петель ровно, ничего не делая прям до носка. Вот видите, вот она наша пяточка, и вот они наши восстановленные 50 петель. Продолжаем вязать вот такое вот точно ровное полотно. Смотрим, сколько я провязала. Теперь могу измерить для понимания, чтобы вы понимали, около 10 сантиметров, а здесь я до пятки провязала 13 сантиметров. Вот, просто ориентировочно, чтобы вы... Сейчас, конечно, на манекене не очень видно. В общем, меряете на ноге там до того места, где начинается мизинец и мизинчик. И вот сюда, где начало мизинчика, то есть не вот это начало, а именно основание мизинца, мы до вот этого места вяжем ровное полотно, вот это вот, которое у нас 10 сантиметров, да, до основания мизинца. Просто у манекена этого основания нет. Да и непонятно бы было. Еще я связала, смотрите, из ровно из половины вот этих вот петель, из 23, по-моему, или 4, я связала такой малюсенький носочек, чтобы вы понимали, я его, конечно, распущу, вот, что этот способ, масенькие можно связать, огроменные можно связать, абсолютно любые носки на любой размер. Вот смотрите, еще довязать носочек и будет вот этот маленький. Поэтому действенный способ на все как бы размеры. Так, поехали дальше. Теперь, девчонки, теперь нам нужно сделать работает вот это вот число, где мы делили на 4 части. У меня было здесь 2 лишние петли, я их пускаю на кромочные, то есть снимаю, не считаю. Первая часть 12 петель. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Теперь последнюю петлю из этой части, первую петлю из этой части мы провязываем вместе, то есть вот 12
и одновременно один со средней части. Ее я обозначаю маркером, она в последующем вязании у нас будет ведущая петля. И теперь одну петлю мы уже здесь провязали, считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 из центральной части и первую из вот этой вот части провязываем вместе. 5, 6, все правильно, перепроверила, то есть, и снова я ее обозначаю, она нам понадобится. Так, вот она будет ведущая, эта петля потом, и вяжем до конца ряда. Одна первая петля у нас здесь, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 и кромочная из оставшихся, ну то есть 13 петля, тут так у нас и есть, 13, 24. Так, изнаночный ряд без изменений, и через ряд будем делать мы убавление, следующий лицевой ряд. Он по сути одинаковый, просто отметьте для себя там, где маркеры, там у нас ряд лицевой. Здесь я уже петли не считаю, потому что я буду ориентироваться на маркер. Вот, видим, да, вот эта обозначенная петля маркером, она у нас средняя. Берем одну петлю до нее, эту петлю и одну петлю после нее и провязываем 3 вместе. Теперь мы будем провязывать все время по 3 вместе в местах маркера в лицевом ряду. Изнаночные вяжем без изменений. То есть это потом впоследствии это у нас образует мысик носка. Вот опять смотрите, обозначенная центральная петля, одна до нее центральная и после нее, 3 вместе. И продолжаем таким вот образом в лицевом ряду, сокращая здесь. Так, вот так вот выглядит этот наш мысик. Вот у меня осталось 4, 5, 6, 7, 8, 16 петель. Смотрите, от 15 до 20 петель у вас должно остаться на спицах, вот после этих убавлений. То есть вяжите, пока не останется данное количество петель. Теперь в изнаночном ряду я провязываю все петли по 2 вместе. Это для того, чтобы нам было легче их собрать. Сшивать я буду крючком. Беру крючок, переодеваю все петли на крючок и протяну нить. Можно это делать иглой, конечно. Смотрите, чем вы больше привыкли. В данной модели мне почему-то больше импонирует крючок. Протягиваю нить через все оставшиеся петли. Так. И завязываю крепкий узел. Далее. Складываем носок лицевой стороной вовнутрь, если вот у меня здесь, там где корявая, вот видите, на пяточке я его наизнанку, то есть так ту сторону, которая покрасивее, я сложила вовнутрь. Сшивать буду крючком за кромочной, только вот смотрите, буду брать одну половинку кромочную внутреннюю, видите, отсюда это вторая, туда первая, чтобы шов был потоньше. Конечно, можно сшить это все иглой, но я почему-то решила так в данной модели. Вы уж смотрите сами. Так вот примерно я дохожу до половины. Сейчас знаете, что сделаю? Вот эту нить от набора я с этой стороны начну сшивать нитью этой, чтобы ее увести от края, чтобы не было здесь узлов. То есть я сшиваю с двух сторон, начиная с носка и начиная сверху.
Если у вас не осталось от набора свободной нити, то тогда сшивайте до конца, там просто проденете эти узелочки, ну, краешки ниточки. Так, оставляю и теперь сшиваю оставшийся кусочек сюда в стык, и эти ниточки просто протяну. Так, здесь вот еще сделаю так, свяжу их в кучку, и все, и продену, да и все. Сегодня сегодняшний наш носочек готов. Платочная вязка, она очень эластичная, поэтому она, вот видите, ножку облегает даже в реале очень хорошо, поэтому на ноге они выглядят очень хорошо. Но шов получается сверху, но зато удобно для тех, кто не умеет вязать на 5 спицах, либо не любит. Вот такой вот носочек у меня сегодня, девчонки. На сегодня это все. Берегите себя и своих близких. Следующее видео у меня буквально через день вот это вот выложу. И поговорим мы об этом сайте, об Etsy. Я скажу свое мнение, я скажу, с чего нужно начать. И мы будем начинать вместе, вернее, буду начинать я, а вы подключаться, если захотите, если вам будет интересен мой опыт. Вот. Ну все, девчонки, я с вами прощаюсь. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.